Я только к тебе, а ты куда-то в другую сторону. В смысле так, в прямом. Вот на память хочешь? А, нет, смотри, если я скажу, что да, ты скажешь нет. Если я скажу, что нет, еще минут пять хотя бы проговорим, какие есть варианты. Что ты делаешь? Ты со мной знакомишься? Да. Мы как-то поменялись. Ну, погодь, притормози на минутку. Ну, мне к лифту надо. Лифт же никуда не убежит. А я лишь напоминал, пишу, и тут ты, и сейчас я. Пятница, 3 марта, 11:45. Сейчас, подожди, ну все, сейчас я уже написал. Я никогда этого не делал раньше, понимаешь? Ты можешь чуть притормозить, но я тебя прошу, это важно. Я теперь не буду отвлекаться. Я, может быть, была бы готова тебе по дороге дать номер, а ты... Тихо, короче, подожди, тихо, почему? А, я торможу. Да хорош ты, чё? Что ты здесь делаешь? Я пришел по магазину, ну, после работы. А ты что здесь Давай, делаешь? Давай, записывай номер, мы с тобой Подожди, пообщаемся. Подожди, нет, стой, WhatsApp. Ты как-то все решаешь. Я просто мужчина, я привык сам все решать. Молодец. А хорошо, ты давай, какая-то громкая... Ты запишешь мой номер, и я пойду по своим делам. Откуда такая инициатива, ты не пойму? Может, я вообще злой человек? Все, тогда давай, пока. Не, мы еще будем общаться, пока идем с Мари. Ну, можно все-таки, ну, как бы я что-то скажу, я пытаюсь, ты стоишь. Ну, давай, ну, мне просто жарко стоять, я хочу уже сесть и попить кофе. А зачем ты так громко говоришь? Ты любишь, когда на тебя люди смотрят, да, или что? Подожди, я сейчас здесь уже остановлюсь. А сейчас ты не громко смеешься? Подожди, ладно, все, хорошо, стой, остановись. Ну, ты как-то это странно реагируешь. То есть ты всегда мужиками командуешь, что ли, или что? Или они тобой? Ты же знаешь, мы оба знаем, что это ну, неправильная фигня. Не хочется стоять, ты на меня Давай присядем, добраться? Не знаю, вон где шоколадница. Ты к лифту, то кофе. Мне на пятый этаж. Смотри, как тебя зовут? Постой, ну ты какая-то, ты альфа-женщина такая, у тебя с мужчиной, как вообще? Послушай, мужчин много, времени мало, давай тихо, уже тихо, быстрее. Тихо, смотри. Ну, как-то решим, сейчас, все, погоди. Потом. Сейчас ну а что мы там, не знаю, за послезавтра должны по твоей теории в ЗАГС идти и там, не знаю, нет, секс на 3 минуты сейчас заниматься. У меня нет времени с тобой стоять и общаться. Я в хочешь, зал. Хочешь, давай с тобой я просто, WhatsApp знаешь, пообщаемся, а потом, Сейчас, я буду быть, звонить. Тобой... В смысле звонить? Или голосом набирать WhatsApp. Все, давай, записывай. Потому что, опять же, еще раз, из моей практики, чтобы звонить или не звонить, нужно сначала понять, хороший человек или нет. Там, заинтересовал или нет человек. Да, ты какая-то такая интересная, Наташа. Вот ты сам ко мне подосовал, значит, уже как бы на фарт все это дело сделал, так что давай уже как-то разберемся и... Тихо. Я пишу. 8-920... Что, у нас цирк какой-то или что? Да. Смотри. А, как видишь, сейчас подошла, в общем, значит, комментарий следующий. Подошла, как сказал Антон. Не надо. Не надо называть ее. Подошла, короче, ну, женщина, назовем ее так. Вот, и она, видимо, у нее там какие-то ну, болезненные моменты, связанные с пикаперами, ну или вообще болезненные моменты, связанные с головой. То есть она подошла и сказала, бегите, ну, бегите отсюда. Ну, то есть, наверное, она решила меня слить, потому что я, типа, пикапер или что-то. Ну, то есть какая-то хрень у нее есть. Ну, я считаю, что это болезнь. Вот, к чему я, если... Че это? Это я вот так делаю. Как делаешь? Ебать. Антон, короче, вот так головой делает там стекло, сейчас погодь. А ты лысиный? Да. А я думаю, что за крень, прикинь. Давай перепишем. Не-не, давай оставим. Короче, смотри, если такая... Хорош, заебал. Если такая штука произойдет... Антон, хорош. Я ничего не делаю. Если такая штука произойдет, но кто-то подошел, кто-то там какие-то неадекваты, вот такие, как Антон, которые головой трутся об стекло. Вот. Это не должно вас останавливать, ребят. То есть, ну, как бы, продолжайте общаться, несмотря ни на что. Я представил картину, когда стоишь там, знакомишься, сзади такой метеорит летит, короче, знаешь, там такой, не знаю, атомная ракета там с Обамой верхом, что там... что подводная лодка Курск всплыла, там какая-нибудь, не знаю. Короче, смотри, тебе ничего не должно мешать, это раз. Второе, вот по поводу самой этой девушки, но она такая, конечно, как говорят, muito interessante, да, то есть она
какая-то жесткая. Я таких не очень люблю, мягко говоря, потому что она какая-то вот такая решает все за тебя. С ней толком как-то не пообщаться. Видишь, какая-то странная. Что ты туда смотришь? Я махнуть им хочу. Не надо им махать. Там мужчина с женщиной. А, там мужчина? Я думал, ну, он похож просто на это. Вот, смотри, короче, че я влез вообще в этот видос? 7 апреля стартует онлайн-тренинг, который называется «Знакомство. Отношения. Шамшурин». Он будет полностью заточен под серьезные отношения, ну и как к ним прийти и с чего начать, собственно. Это 6 занятий по 3 часа. В этот раз мы сделали по 3 часа, потому что час решили добавить для того, чтобы отвечать на ваши вопросы, и чтобы больше программы туда влезло, то есть... Что еще? В течение 2 недель, через 2 дня на 3 эти занятия будут проходить через, ну, скажем так, Skype простым языком, через специальную вебинарную площадку. Ты, находясь в любом городе России, сможешь принять в нем участие. Не только России, еще и дальнего, ближнего зарубежья. Значит, будет несколько десятков городов, с разных городов и даже стран. Будет несколько сотен участников. Будут приглашены спикеры по спорту, будет человек, который зарабатывает очень большие деньги, ну, по моим меркам, очень прилично зарабатывает, расскажет вам, как можно самим как-то вырасти в этом плане. То есть это будет очень крутое масштабное массовое мероприятие. Что сказать-то? Записывайся, успей забронировать себе место, ссылка для записи под этим видео, нажимаешь, смотришь, регистрируешься. Оплачиваешь и забронируешь себе место. Увидимся с тобой на онлайне. А мы вообще не движемся, какая разница. Вот. Ссылка под видео еще раз. Давай досмотрим, чем там все закончилось. Пока. Мы сейчас попрощаемся. Погоди, у тебя это твоя знакомая какая-то? Подожди секунду, смотри. Тебе сколько лет? Может, сейчас смысла нет общаться? 22. Отлично, смысл есть. Ты из Москвы или откуда? А ты что думал, я как Диана Шурыгина, 13-летний, боишься на 8 лет заехать? А тебе никто не даст еще, почему я должен заехать куда-то? Чтобы заехать, надо хотя бы предложить секс, то есть как бы, а если тебе, ну... Смотри, просто я первый раз встречаю такую девушку, вот серьезно, которая не дает мне сказать, она мне говорит, так, пиши, так это, так, тихо. Уже, я устала стоять. Тихо. Ты можешь как-то побыстрее свою... А мы на свидание, например, если гипотетически предположить, пойдем, ты тоже будешь говорить, давай быстрее? Нет. За мной надо поухаживать. Окей, все, у давай. У тебя там встреча или что? Или... Да. Просто ты как-то прям... Да, встреча. Давай, я тебя в воскресенье где-нибудь наберу. Окей. Все, давай, вот пока. Сейчас ты хотя бы успокоить. Тебе надо успокоить. Все, пока.